Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзархия Беларуси, во время торжеств Святой Успенской Жировической обители призвал епископат, священнослужителей и всех православных христиан усилить молитву об Украинской Православной Церкви. Еще в конце минувшей недели патриарший экзарх обратился к президенту Украины Петру Порошенко от имени Синода Белорусского экзархата, духовенства и многочисленной паствы в связи с планируемым принятием Верховной Радой Украины антиправославных законов, рассмотрение которых было временно отложено. Сугубые молитвы об Украинской Православной Церкви в эти дни звучали и во всех епархиях Белорусского экзархата. Мы молились о них, потому что они нуждаются в наших молитвах. Мы обращались вместе с нашим первосвятителем ко всем властимущим, чтобы не было допущено принятие очень страшных законов в Республике Украина, чтобы не было поругана Украинская Православная Церковь, чтобы не были попраны права православных христиан, живущих в Украине. Мы сегодня о них молились, потому что они страждут. Они испытывают сегодня страшное притеснение. Но если будут приняты эти два закона, которые немного отложены, или дискуссия принятия их отложена на неопределенное время, может быть непредсказуемо и положение христиан и церкви в Украине. И мы сегодня, и я призываю всех и в будущее время молиться о нашем братском украинском славянском православном народе, чтобы ни вражда, ни ненависть не восторжествовали на благословенной древней украинской земле.